какая у тебя интересная задача. Смотри-ка, у тебя есть... У тебя есть разные буквочки. Буковки. Слоги. Слоги. Тебе нужно собрать предложение. Какое предложение нужно собрать? Мама варит суп. Что еще? Мама варит суп. Угу. Давай. Какой у нас первый слог? Ма. Ма. Давай поищем его, где он. Это какая буква? М. А нам нужно найти ма. Ма. Вот, ма. Молодец. Ма. А где еще точно такой ма. Же? Ма. Слог. Ма. Где еще такой же? Вот такой же слог. Ма. Ну-ка, где он? Поищи мне ма. 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 Наверху, 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 наверху. Вот, молодец. Мама. Ух прочитай ты, его. Молодец. Прочитай, что мама. Ты. Мама. Умница. Дальше, какое слово идет? Варит. Нужно найти слог. Ва. Какой? В. Ва. 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 Где у нас ва? Не-а. Это буква П, Вась. А нам нужно ва найти. Ва. Т. Это Т. Ри. П. Ну, по... Е. Правильно. Правильно, правильно. Ва. Прочитай его. Ва. Ва. Дальше. Ри. 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 Молодец. Ри. Какая последняя буква? Т. Ты. Ты. Звук ты. Варит. Молодец. Прочитай, что у тебя получилось. Варит. Мама варит суп. Суп. А еще суп еще остался собрать. Суп у нас остался еще. А теперь прочитай вот это слово, что суп. У тебя получилось. Нет. Вот это какая буква? Правильно, молодец. Молодец, сына. Суп. Когда даже научился писать. Молодец, умница. Прочитай все. Мама варит суп. Умница. Теперь в качестве поощрения ты что получаешь? Что ты там будешь делать? 20.